прошел год, многое случилось, что-то, как мы планировали, что-то случилось даже лучше, чем мы того хотели. А, наверное, самым главным достижением этого года было то, что к нам присоединились потрясающие, удивительные люди, с которыми мы действительно нам удалось подружиться. Это и наши коллеги, танцоры, преподаватели, и наши замечательные ученики и ученицы. Мы очень рады, что становится все больше и больше, и они показывают истинную преданность и верность танцу. Это, наверное, то, чего нам всем так хочется. За этот год много всего произошло, было много отличных вечеринок, очень красочных. Наш клуб очень сильно вырос, и клиентов стало намного больше. Я пришла сюда в ноябре месяце, и у меня получилась новая жизнь, новое отношение к жизни. Моя жизнь наполнилась смыслом. Огромное спасибо Ивану Васильевичу Турбасову, который согласился со мной танцевать. Я счастлива с ним танцевать, и мне кажется, что у меня получается. Когда пришла, не умела вообще ничего, никогда в жизни не танцевала. Мне повезло, что я встретила Андрея. Хорошие преподаватели, такие как Андрей, научатся двигаться совершенно свободно, раскованно и уверенно в себе. Я очень довольна. Ваня замечательный преподаватель, очень терпеливый. Да, он готов повторять со мной много-много раз то, что мне не получается. Здесь очень хорошие преподаватели, очень профессионально преподают и замечательная душевная атмосфера. Туда приходишь как домой. То есть, да, здесь очень приятная атмосфера, кто бы ни приходил, да, мои знакомые, да, здесь всегда хочется оставаться. Привет. Здесь всем все рады, хорошие преподаватели. И самое главное, это один из единственных клубов, который обеспечивает партнерами. В других клубах такого нет. Придя в импресс-данс, я поняла, как люди находят себя в танце и какое счастье они получают от этого процесса. Наблюдать за этим просто сплошное чудо. И, конечно же, мне хочется всему миру рассказать о том, насколько это прекрасное место. Замечательное место. Приходите, занимайтесь, танцуйте на здоровье. И просто любите танцы. Исполнился год, я думаю, это нам у нас много годов, лет впереди, такой хорошей продуктивной работы, да, и пожелать творческих успехов. Прекрасного настроения, чтобы этот клуб процветал, все научились танцевать, ведь танец – это жизнь, любовь и красота. Это был год тревог, надежд, разочарований, радостей, успеха. И я считаю, что то, чего мы достигли за этот год, действительно просто замечательно. У нас чудесный коллектив, у нас прекрасные, по-настоящему профессиональные преподаватели, у нас прекрасные помощники, и самое главное, у нас замечательные ученики и, самое главное, ученицы. Я безумно рада этому году, этому эксперименту, и безумно рада всему тому, чему мы достигли. Мы пришли с огромным багажом и готовы поделиться со всеми желающими. Приходите.